У пожарной инспекции летний период начинается в июне и, как ни странно, заканчивается в сентябре. В этом году статистика говорит о заметном снижении пожаров на территории округа. По нашим основным показателям, это по количеству пожаров, это лето прошло лучше, чем прошлое. В прошлом году за летний период было зарегистрировано на территории округа 10 пожаров, в этом году летом было зарегистрировано всего лишь 7 пожаров. Это порядка 30% снижения. Достаточно хороший показатель. Сама погода в этот период благоприятствовала. Лето в этом году выдалось холодным и дождливым. Но снижение пожаров не только заслуга природы. Ежегодно пожарным ведомством ведется работа с населением и в школах округа. Разного рода специальные ролики, реклама и лекции. Возросла культура поведения населения в сфере пожарной безопасности. Так, за лето не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Но взамен участились возгорания расселенных домов. Слухи ходят, что поджоги, но здесь в равной степени вероятности могут быть не только поджоги. Туда, если есть свободный доступ, могут лица без определенного места жительства там приготовить там пищу непонятно на чем. Также подростки могут там собираться компаниями, курить, и здесь неосторожность или нарушение требований пожарной безопасности также могут привести к возгораниям. Ежегодно Пожнадзор проводит ряд проверок на соответствие различных учреждений правил пожарной безопасности. Так, перед первым учебным днем проходила проверка школ, а в преддверии выборов также были проверены все избирательные участки. Закир Вафин, Роман Делимарский, телеканал «Север».